Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал. Ставите лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. А также пишите запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Итак, сегодня такая тема расклада. Очень важная информация, что нас ждет в 2025 году. Будем смотреть через карты Таро. Энергия 9. Это 2025 год. Энергия 9 усиливает все энергии. Если 2024 год – это нумерологический год кармы, и каждый из нас получил то, что он заслужил, то 2025 год – это год завершения цикла. Это также марсианская энергия, энергия борьбы, год выбора. Если каждый из нас хочет мир улучшить, то нужно, конечно же, прежде всего начинать с себя. Усиливать энергию добра, любви, заботы, здорового образа жизни. Давайте посмотрим, что нас всех ждет. Карты я уже подготовила, поэтому много тусовать не стала. Итак, первое – это сигнификатор всей этой ситуации, да, нашего, как говорится, мира. Политические события 2025 года. Политические события 2025 года. Что нас всех ждет? Что для нас, как для людей, неизбежно? А то, что вот действительно произойдет, хотим мы этого, не хотим, но это неизбежно. Природные катаклизмы. Что в этом направлении ожидать? Природные катаклизмы. Дальше. Технологии. Будут ли какие-то изменения? Будет ли прорыв в этом направлении? Будет ли прорыв в этом направлении? И какая все-таки идет рекомендация для нас, для всех? Итак, первый сигнификатор. Шестерка мечей. Карта движения, карта продвижения. Движение вперед. Это динамика, это развитие. Это, возможно, какие-то будут изменения все-таки в 2025 году в лучшую сторону. Это много дорог, это много выбора, это переезды, это путешествия. Это, возможно, также для многих будет как эмиграция. Это также, возможно, для многих это будет как старт, который ведет к уверенности. Но, однако, мы еще не знаем, что там нас ждет впереди, что там за поворотом, да? Это переходы из одной сферы деятельности в другую. Это однозначно политические изменения. Это транспорт, это движение. Меняются также отношения между людьми, меняются отношения. Партнерские отношения меняются, политические отношения меняются. Иногда эта карта указывает на расставание, но временное. О чем еще эта карта может говорить? Шестерка. Вот как для человека, то есть каждый человек должен быть мобильным в 2025 году, потому что там идет марсианская энергия. Все равно здесь идет путь развития и поиск к чему-то новому. Это движение. Следующее. Политические события, да? Вы знаете, я что хочу сказать? Все-таки первая карта выпадает король Пентаклей, карта старший аркан Солнца.
и двойка жезлов. Все-таки я склоняюсь к тому, что будут изменения, и я все-таки надеюсь, в политике будет что-то новое, новые изменения. Возможно, политики поменяют курс направления, потому что первое у нас начало король Пентаклей. Это ресурсная карта. Это, возможно, что-то связано с Землей, так или иначе. Но карта Солнца, она может указывать на возрождение, на победу. Но и здесь, опять-таки, может быть много очень вот этой яркой, огненной, сильной энергии. И двойка жезлов на конце говорит о том, что политики все-таки будут оценивать свои перспективы между ведущими странами. Ведущие страны – это у нас все-таки США, Великобритания, Россия, Китай. Вот здесь будут между этими странами все-таки что-то происходить. Это карта потенциала и расширения. Это опять-таки влияние через лидерство. Кто же будет лидером? Кто же будет этим солнцем? Вот что идет. Это опять-таки разработка стратегии, разработка планов. И это также соизмерение своих сил. Каждая страна будет оценивать свои возможности и свои силы. Что нас всех ждет? То, что неизбежно. Ну что я могу сказать? По рыцарю мечей все-таки карта достаточно такая агрессивная. Это карта, когда идут споры на кто же кого. Кто кого интеллектуально задавит, да? Рыцарь мечей, он, как правило, по характеристике оратор. Нам все равно будут что-то вливать. Через интернет, через телевидение, через СМИ нас в чем-то будут пытаться убедить, а по семерке кубков вводить в заблуждение. Что-то будет происходить очень стремительно. И опять-таки для многих это карта переезда. Это также конфликты. Это защита, это и нападение. Это бурное развитие. Это борьба за территории. Это борьба с конкурентами. Это конфликт, опять-таки, внутри страны. И это касается всех. Это касается всего мира. Это конфликты будут внутри страны везде. То есть будет всех это касаться. И по десятке кубков – это карта семьи, это карта семейного счастья, семейного благополучия. Все-таки люди на земле – это как семья. И здесь как раз-таки вот речь идет о том, что что-то прогремит, что-то такое. Опять от чего-то народ будут пытаться отвлечь и ввести в заблуждение через что-то. Это будет касаться всех людей на земле. Вот эта триада, это всех будет касаться. Это напряжение. Это какие-то споры, дебаты, дискуссии, опять-таки, внутри страны. Это и России касается, это касается и Казахстана, и Америки. Это всех касается, понимаете? Дальше. Природные катаклизмы. Здесь я могу сказать, однозначно будут изменения в природных катаклизмах. Но смотрите, по справедливости, опять-таки, несмотря на то, что 2025 год – это не кармический год, однако здесь что-то идет именно по судьбе для определенных стран.
Я бы так сказала. Люди начнут переключаться с одной сферы, ну, например, с одной сферы деятельности на другую. Почему? Потому что все-таки всех начнет заботить именно природные катаклизмы. Здесь будут изменения однозначно. Как бы людям не пришлось все равно еще выживать в таких, знаете, жестких условиях. Пожары будут, наводнения будут. В тех странах, особенно, которые, ну, можно так сказать, подвержены этому. Ну, страны опасные для проживания, я бы так сказала. Но то, что я вижу, в 2025 году это еще только наращивается, этот оборот. Возможно, где-то будут также землетрясения. Да. Изменения, конечно же, будут. Итак, технологии. В технологиях однозначно будет прорыв. Старший аркан Иерофант, старший аркан Отшельник и старший аркан Мир. Слушайте, выпало все три старших аркана. Технологии нас удивят в 2025 году. Однозначно будет где-то прорыв. И будет просто огромная сенсация, которая прогремит на весь мир. Однозначно здесь будут изменения. Да. Итак, какая нам всем идет рекомендация? Королева кубков. Здесь очень, знаете, такая мягкая женская энергия. Энергия матери, энергия тепла, любви, заботы. Эта карта эмоциональная. Это, королева кубков, она сама по себе очень чувствительная дама. Она может быть также плаксивой, ранимой. Сама по себе королева кубков. Но как... если мы будем брать конкретно, да, тип людей, это люди чувствительные и эмоциональные. По рекомендации здесь идет так. Нужно проявить заботу. Нужно прислушиваться к своей интуиции, к своему внутреннему голосу. Нужно повышать энергии, которые отвечают за, как сказать, есть вот темные энергии, да, а есть светлые энергии. Нужно повышать вибрации светлых энергий. Нельзя кормить себя черной энергией. Да, возможно, в 2025 году будет какое-то политическое нагнетение. Да, это и есть как раз-таки вот эта темная энергия. И в связи с этим у людей появится биополярка, какие-то нервные срывы, психические расстройства, потому что эта карта эмоциональная. Вот здесь нужно все держать под контролем и понимать, от чего и почему. Если вам понравился мой расклад, если срезонировал, как-то откликнулся в вашей душе, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я желаю вам всем мирного неба над головой, берегите себя. Берегите своих детей.